Всем привет! Приветствую вас на канале кулинарных рецептов про вкусняшки. Сегодня мы будем готовить многослойный салат с печенкой. Для приготовления слоеного салата с печенкой нам потребуются следующие ингредиенты. 300 грамм вареной печенки, 6 вареных яиц, 3 моркови, 3 луковицы, 100 грамм твердого сыра или 1 плавленый сырок. Майонез, соль, зелень для украшения. Чтобы приготовить многослойный салат с печенкой, необходимо подготовить все продукты. Лук порезать крупными кубиками и пассеровать на растительном масле до мягкости и легкого зарумянивания. Остудить. Морковь натереть на крупной терке и тоже пассеровать на растительном масле до мягкости. Следить, чтобы морковь не поджарилась. Затем морковь остудить. Сыр натереть на мелкой терке. В отдельную посуду натереть яйца на мелкой терке. Разделить их на две равные части. Печенку натереть тоже на мелкой терке и разделить на три равные части. Все подготовленные продукты выкладываем на блюдо слоями следующей последовательности. Первый слой. Половина натертых яиц. Посолить по вкусу. Смазать майонезом. Второй слой. 1/3 часть натертой печенки. Посолить по вкусу. Смазать майонезом. Третий слой. Пассерованная морковь. Четвертый слой. 2/3 натертой печенки. Смазать майонезом. Пятый слой. Пассерованный лук. Шестой слой. Натертый сыр. Смазать майонезом. Седьмой слой. 2/2 натертых яиц. Восьмой слой. 1/3 часть натертой печенки. Посолить по вкусу и смазать майонезом. Верх салата украсить зеленью по своему желанию. Дать салату настояться около 30 минут. Наш многослойный салат с печенкой готов. Этот красивый салат можно смело подавать на праздничный стол. Попробуйте приготовить его и вы. Жду ваши отзывы и комментарии. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, чтобы узнать еще больше интересных рецептов вкусняшек.